Всем привет! Меня зовут Катерина, и я очень благодарна, что вы со мной. Мы продолжаем учиться учить английский язык, и наша рубрика «5 предложений о продукте». Всем знакома такая кепочка из детства. Сегодня мы поговорим about baseball cap, о кепке. So, работаем как обычно. Я говорю 5 предложений в обычном темпе. Вы стараетесь каким-то образом уловить какой смысл. Потом мы переводим каждое предложение по слову. И третий этап – это вы повторяете столько раз, сколько у вас будет желания. Чем больше, тем лучше. Окей? Let's start. Давайте начнем. What is it? It is a baseball cap. It is my baseball cap. Окей. Where did you buy it? I bought it on the internet. Why do you wear it? I wear it because it blocks sunlight from my eyes. Okay. When will you put it on? I will put it on right now. Okay. How do you usually wear it? I usually wear it like this, but sometimes I can wear it backwards. Okay? Ну как? Поняли что-нибудь? Я думаю, что какие-то слова вы уловили. Давайте теперь по предложению. Number one. What is it? Что это? What is it? Что это? It is my baseball cap. Это моя бейсбольная кепка. Давайте повторим. What is it? What is it? It is my baseball cap. Окей, пожалуйста, повторяйте вместе со мной. А если сокращенно, то будет what's it? Скажите, what's it? Окей, it's my baseball cap. It's my baseball cap. Окей, good. Number two. Where did you buy it? Where, где, where, did. Показатель прошлого времени, значит, в прошлом. Where did you buy, покупать, it. Где ты купила ее, ну, кепку? Слово buy в прошлом времени в утвердительных предложениях. Bought, это неправильный глагол. I bought it on the internet, в интернете. В русском языке в интернете, на английском языке on the internet. So, where did you buy it? Повторите. Where did you buy it? I bought it on the internet. Okay, good. Number three. Why do you wear it? I wear it because it blocks sunlight from my eyes. So, why? Как мы переведем why? Почему? Why do you wear it? Почему ты wear? Wear – носить. Почему ты носишь ее, it, кепку? Why do you wear it? I wear – я ношу it, ее, because – потому что it – она blocks – блокирует sunlight – sunlight – солнечный свет from – от my eyes – от моих глаз. Я ношу ее, потому что она блокирует солнечный свет от моих глаз. Окей, теперь вы. Why do you wear it? Повторяйте. Why do you wear it? Окей. I wear it because it blocks sunlight from my eyes. Давайте еще раз. I wear it, окей, because it blocks sunlight from my eyes. Окей, good. Number four. When will you put it on? I'll put it on right here. Right now. Okay. When. Как мы переведем when? When. Когда. Okay. When will you put it on? Put on – это надевать. Put on. Когда ты наденешь ее? Will – это показатель будущего времени. When will you put it on? Вот именно put on – надевать. Но наденешь ее, вот так вот разделяется. Put it on. Ну, вот именно в таком порядке нужно ставить слова, окей? Okay? So, when will you put it on? Когда ты ее наденешь? Ответ. I will put it on. Я надену ее. Right now. Прямо сейчас. Right now. Окей? Okay? Теперь давайте повторим. When will you put it on?
Скажите, when will you put it on? When will you put it on? I will put it on right now. Прямо сейчас. Right now. Okay, good. And the last one. How do you usually wear it? I usually wear it like this. Or I wear it backwards. Okay. Let's check. How do you usually обычно. Как ты обычно wear носишь ее? Я обычно wear it, ношу ее, like this. Like this, подобно, перевести, если дословно, это подобно это. То есть я ношу ее подобно это. Ну, типа, я ношу ее вот так, like this. Like this, вот так, вот таким образом, like this. Я ношу ее like this, but переводится но, but sometimes, но, иногда, sometimes, иногда, I wear it, я ношу ее backwards, в противоположную сторону, задом наперед, backwards, okay? So, I usually wear it like this, but sometimes I wear it backwards. Угу. Конечно, когда мы говорим, что я обычно ношу ее и говорим like this, то при говоря это нужно показать, как, каким образом, like this, вот так, like this. Угу. Ну а слово backwards говорит само за себя, то есть задом наперед, наоборот, козырьком назад. Окей, so еще раз, теперь вы повторяете. How do you usually wear it? How do you usually wear it? Угу. I usually wear it like this. Показываем. But sometimes I wear it backwards. Backwards. Good. Very good. Я надеюсь, вам понравилась тренировка. Пожалуйста, повторите еще несколько раз. Не пожалейте времени. И скоро увидимся. Пока.